Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем делать тинт в домашних условиях своими руками. На самом деле, как вы слышите, на улице дождь, а мы с вами экспериментируем, продолжаем. На самом деле, это будет ответное видео на мое предыдущее, на мой съедобный тинт. Я таких еще не видела, я думаю, что я одна, наверное, сделала такой съедобный тинт, от того полетели комментарии всякие разные, в общем, что я там неправильно делала с желатином, или я брала неправильный краситель. В общем, я сейчас скажу, что я думаю по этому поводу, да, потому что в комментариях всем по отдельности отвечаю, и в итоге, что сейчас мы будем с вами делать. В прошлом видео я делала съедобный тинт, он был у меня из желе, желатина, молока, пищевого красителя. В общем, мы все это перемешивали, нанесли с вами. В итоге у нас ничего не получилось в плане тинта. Конечно, был съедобно, вкусно, прилипало, все тролля, было смешно. Делала это, чтобы мы посмеялись. Ну, конечно, я думала, что будет все-таки эффект. Но я думаю, что с сухим красителем не работает у нас желатин. Желатин, наверное, что-то делает с сухим красителем, который забирает. Я это делала, на самом деле, по подобию блогера одного испанского. И она делала с желатином, поэтому я решила повторить. Просто я нигде не могла найти жидкий краситель, и потому я взяла такой, который я нашла в Ашане. Сегодня мы будем использовать те же самые красители, которые у нас и были, для того, чтобы понять, дело в красителе все-таки или в желатине. Я думаю, в желатине. Мы сейчас проверим. И мы сегодня сделаем три варианта. Мы сделаем те же самые красители, мы сделаем их с ПВА-клеем, как вы все мне говорили. Мы сделаем их с кремом без ПВА-клея. И мы сделаем просто даже на воде. И мы посмотрим, в чем же дело. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы будем использовать те же самые красители. Вот даже у меня тот остался фиолетовый, кто помнит. Я открыла еще зеленый и оранжевый. В общем, что мы с вами берем? Сначала мы будем использовать с клеем ПВА. Давайте нальем в нашу бутылочку клея ПВА. Оп. Какая-то одна вода тут. Мне вечно что-то не везет мне, да? В общем, налила немного. Я делаю так 50 на 50 где-то. Давайте попробуем зеленый, потому что у меня розовые губы, чтобы мы увидели, все-таки идет оно или не идет, да? Сыплю красителя. Зеленый краситель. Все, больше нам ничего не нужно. Я перемешиваю кисточкой. С ПВА. Получилась вот такая зеленая хрень. Я боюсь, честно говоря, наносить на лицо. Вдруг будут зеленые и не смоются. В общем, ладно, наносим. Клей немножко водяной какой-то. Может, он новый, я его купила, может, поэтому. Только бы он не капнул мне на мою белую кофточку. Будет очень жалко. Как-то все совсем жидко. Не знаю, в чем дело. Может быть, ПВА надо было как-то бы потрясти? Это я, да. Я так все делаю. И что теперь? Вот он сейчас стал более какой-то у нас. Не, все равно жидковат, конечно. Жидковатый. В общем, красителя тут хватает. Сейчас я еще сверху нанесу слой. В общем, ладно, сделали мы кое-как с вами зелененькие губки. Пусть это все у нас засохнет, и дальше мы посмотрим, что будет. Итак, вроде бы подсохло, я делала тоненький слой, я не знаю, как оно будет сниматься сейчас. Скорее всего, оно даже не будет сниматься вот так, как снималось в прошлом видео у меня, красиво тянулось. Чем теперь снимать?
возьму водичку. Хотя, может, она сейчас все сотрет. В общем, у меня какие-то эксперименты вообще, то есть у меня вот не получается все это, пожалуйста, вот сухой тинт везде, где делали, я не врублюсь, в чем дело. Еще есть вариант, тоже я видела, ну вот я не знаю, с клеем, я не знаю, у меня жидкий клей, вот у меня обычный клей, ПВА, купила в канцелярии. Может, какой-то другой нужен клей, вы мне подскажите, кто знает, обычный клей. Клей ПВА предназначен для склеивания изделий из дерева, стекла, фарфора, кожи, картона. В чем дело? Он какой-то жидкий, на мой взгляд. Давайте попробуем теперь с кремом. Вот такой крем. Я нанесу вот сюда, на крышечку немножечко. О, Господи. Ну, зеленый чуть-чуть остался. Видите, есть зеленый отлив, но это не то, конечно. Давайте попробуем вот фиолетовый, который у нас был тут цвет. Вот я сейчас его размешаю. Я не буду его делать на губы, не хочу уже. Мы сделаем все это с вами на руке. Экспериментировать будем. Вообще я все это экспериментирую ради просто, ну, как бы прикола, да, потому что, ну, ради того, чтобы просто проверить, получится у меня как-нибудь оно сделать или нет. У меня на самом деле есть стойкая помада хорошего цвета, которую красишь, стираешь, и она, блин, 24 часа держится вот таким тинтом, которых я покупала недорого. И также тинт есть, который отлепляется вот так вот, тоже я его купила, поэтому не просто ради прикола. Вот мы красим на ручку с вами. Оставляем на какое-то время. Посмотрим, что у нас останется. И то же самое я хотела сделать с водичкой. Давайте попробуем. Вот у меня здесь водички немножечко. Я опущу сюда краску, что она у меня немножко отсырела, причем была закрытая. Странно. В общем, хватит. И просто мы капнем с вами тоже сюда на ручку. Все, в общем, теперь давайте подождем с вами. И посмотрим, останется ли пигмент. Вот, смотрите, у нас прошло буквально 2 минуты, наверное, да? И вот давайте я сотру водичку. Видите, вы не видите, но здесь есть желтый след. Я думаю, что если дольше подержать, то, может быть, будет дольше. Видите? Да, желтый след, вот, полностью я стерла. Сухой ваточкой. Теперь мы стираем наш крем. Тоже особо не осталось вообще пигмента, очень легкий. В общем, хочу сделать вывод от всего этого, что, скорее всего, это красители должны быть определенные. Это красители, которые я покупала вообще вот классические, они были в упаковочке разных вот таких цветов в Ашане, и больше ничего не было. Говорят, что есть какие-то красители там высокопигментированные, наверное, в этом есть какой-то смысл, вот, чтобы они делались, и тогда дело будет даже, может быть, и не в желатине, что он в себя берет что-то, да, а дело просто в красителе, нужен хороший краситель, потому что, ну, желтый, да, желтый с водой, только с водой вот он остался, с кремом, ну, вообще просто это очень мало. Сейчас попробую, конечно, еще подольше подержать с кремом. Мы посмотрим, что получится. Вот я намазала еще пару цветов, опять крем, и еще здесь решила еще зеленые поэкспериментировать. И все же я удаляю. Это было уже дольше, минут у нас 10. Прошло 15. Ну, вот посмотрите, ничего не осталось. Так что делайте выводы сами. В чем у меня дело, и говорите мне ваши мысли, будем разбираться. Наверное, придется искать мне все-таки жидкий краситель, пробовать с ним. Это так трудно в нашем городе, но я буду стараться. В общем, вот такой вот эксперимент. У меня все это почему-то провально получилось, и у меня эти тинты не работают. Наверное, нужно знать все-таки марку красителя, и краситель должен быть высоко пигментированный. Об этом в видео нигде я не слышала и не говорила.
Итак, если мое видео было полезным, а я думаю, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Кто не видел моего предыдущего видео «Съедобный тинт», обязательно приходите по ссылочке. Оно набирает просто обороты, очень много комментариев, очень много всего. Ну, в общем, посмеетесь, я думаю, точно, в общем, я смеялась. А с вами была я, Селена Свей, мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!